Прокуратура Ленинского района Севастополя добивается включения в реестр собственности города высоковольтной линии электропередач, обеспечивающей садоводческие товарищества в районе Юхариной Балки и мыса Фиолент. По информации пресс-службы надзорного ведомства, в сентябре 2020 года Департамент городского хозяйства обратился в государственное казенное учреждение Фонд государственного имущества для постановки на учет высоковольтной линии. Фонд не установил собственников объекта с просьбой проведения инвентаризации бесхозного имущества, изготовления на него технического и кадастрового паспортов, обратились в Департамент по имущественным и земельным отношениям. Однако его специалисты посчитали нецелесообразным проведение этих процедур, поэтому линия на баланс города так и не принята. При этом нагрузка на электросети в районе Юхариной Балки и Фиолента увеличивается. Здесь часто возникают неполадки и аварии. Специалиста, ответственного за обслуживание бесхозной линии электропередач, также нет. Прокуроры обратились в Ленинский районный суд Севастополя с требованием обязать Фонд государственного имущества поставить на учет эту высоковольтную линию как бесхозное имущество для дальнейшего ее включения в реестр собственности города. Иск прокурора удовлетворен. Решение суда пока не вступило в законную силу.